Здравствуйте, здравствуйте, наши дорогие зрители. Кто куда, а мы в лес, как всегда. Весна, и муж готовит палку. Вот, увидели бирюзовую губку. Разрушаются уже. Ну, вроде так, посмотрим сейчас. Вон как падают грибы. Сейчас посмотрим. Если будут целые нормальные, заберем. Нет, это не сбивает даже. Там видно, что у него он уже. Там наверху есть, но там не достанешь палку, надо больше. Да ладно. Так-то хватит. Вроде так. Надо разрезать, смотреть. На-ка. Нажато нема. Не надо. Ну вот так возьми пакеты, на дачу посмотрим. Ну, я же думала, что... Нет, так вроде внутри... Это нормально. Нормально. Все можно брать. А тот, интересно, который там у него такой вид был. Где? Где тот большой такой? Вот этот? Ну вот тут великий вон там лежит, да. Ага. Так. Видите, тут я говорила, весной они уже начинают разрушаться. Этот, конечно, уже мы брать не будем. Сухой. Слушай, не могу. Такой уже, конечно, не пойдет. Но будем ждать осени. Опять, как у меня муж навьюченный. Добро несет на дачу. А коли я не навьючен? Слышите, как птицы поют? Хорошо в лесу, хорошо в лесу. Пошли дальше. Где моя... А, вот, вижу.